Это там вдалеке третий квартал, вот дома стоят. Здесь внизу школа будет на 1200 мест, уже строительство идет, как я понял. Это 4-6 дом, уже почти готов, вон фасад полностью есть, рабочие работают, хоть новогодние праздники. А это 4-7 дом, уже все заселяется. Так выглядит. Во все, работа кипит. Рабочие работают. Здесь уже, вон уже машины стоят. Вот как показывал уже вдалеке, это третий квартал. Здесь школа. Там, по-моему, первый квартал новые дома вот строят. А это 4-8, уже все достраивается, вот оно.